хороший опыт итальянской школы, потому что Вагнер сам хотел, чтобы пели в итальянской манере. Може човек да разбере Вагнер, да го постигне, трябва да има много добър опит в италианската школа. Самия Вагнер е искал неговите неща да се пеят в италиански манер. Но еще самое главное, чтобы человек созрел духовно. А най-важното е човек да озрее духовно. И еще очень важно найти режисера, который это поставит так, как хотел это Вагнер. И също, което е много важно, да се намери режисер, който да направи постановката така, да я режисира, както е искал Вагнер. Ние сейчас имаем такую постановку, я очень рада и поэтому сюда приехала. И ето сега ние имаме такава постановка, и аз много се радвам и за това пристигнах тук. Самое важное для артиста найти в роли то, что ему интересно показать публике. Най-важното за артист е да намери в ролята това, което на него му е интересно да покаже на публика. Это не просто вот показать вот какие-то движения, какие-то звуки. Това не е просто да се покажат някакви движения, някакви звуци. Это обязательно должно быть какое-то эмоциональное потрясение. Това задължително трябва да бъде някакъв емоционален отрез. Но самое главное е донести идею композитора. Но най-важното е да покаже пред публиката идеята на композитора. Если, допустим, до Вагнера это все-таки в основном и важно голос и красивое пение. И ако по принцип до епохата на Вагнер това е било като красив глас и красива емоция, то в Вагнере это высочайшая духовность. То при Вагнер това вече е и една висока духовност. И нужно конкретно знать, что он хотел сказать, нужно вообще знать о нем. И вече конкретно трябва да се знае какво е той искал да каже и да се знаят и нещата с самия Вагнер. Кроме того, что очень сложно вот, вокально петь вот эти интервалы, они не очень удобны и молодому голосу они могут принести вред, конечно. Освен това е много трудно да се пеят и тези големи различни интервали, музикални и на един млад глас, това дори може и да навреди по някакъв начин. Но сейчас я специально сказала об уровне минус зиро. Но сега аз специално казах за нивото минус нула, нали под нулата. Потому что интервалы и все это такая мелочь. Защото интервалите всъщност това са такива дреболии. Какие они бы не были сложны, они должны быть ниже вот того уровня, с которого можно начинать вообще заниматься музыкой Вагнера. И каквито и да са тези интервали, те всъщност са под нивото, от което трябва да се започне, когато човек реши да се занимава с музиката на Вагнер. Вагнер это... Для того, чтобы петь Вагнера, нужно иметь очень-очень крепкий вокальный аппарат. За да може да се пее Вагнер, човек трябва да има много здрав вокален апарат. Для того, чтобы получить огромнейшее удоволствие от вот этот как серфинг на волне. За да може да се получи огромно удоволствие, това е като едно сърфиране по вълните. Это вот я представляю вот музыку Вагнера и вот пение в нем, вот как будто бы вот риск выйти вот в тайфун и на тайфунской волне кататься. Аз си представям пеенето на Вагнер в неговата опера като този риск да влезеш в тайфуна и да се пуснеш да сърфираш по вълната на тайфуна. Ну, цунами или как вот это? Да, някакво волна, цунами, вот, както и что это не, необыкновенная какая-то нормальная волна. Това не е някоя обикновена такава нормална. И я могу сказать, что я очень много вот, сказать сколько лет я помню, все знают все равно. Мога да кажа колко години бе, но всички без това го знаете, така че все едно. Ну да, 35 лет. 35 години е моето вече. Да, я всегда отказываюсь петь Вагнера. И винаги съм отказвала да пея Вагнера.
И моя, тоже моя коллега, моя подруга на тот момент, великая вагнеровская певица Леони Рязанов. И моята колежка и приятелка в Афонс момента, великата певица на Вагнер, Леони Рязанов. Леони Рязанов всегда мне говорила, ти должна петь, ти должна. Винаги ми е казвала, ти трябва да го пееш, трябва. Я говорю, ну нет, ну нет, не могу. Во-первых, немецкий язык, я его не знаю. И я все казвала, не много. Самый первый немецкий язык, а с него знам. Первое, что я, с чего я начала, это начала с того, что я начала изучать немецкий язык, кстати, люксембургский вместе. Первое, то, което направих, да уча немецкий заедно с люксембургским. Вот для того, чтобы начать говорить, чтобы понимать каждое слово. За да започна да говоря, да започна да разбирам потом это дома. Огромное, огромное прошло у меня время, 5 месяцев. Я ездила к своему учителю в Мюнхен, к Михаилу Шторцу. И мина нали, много-много время, 5 месяца, аз отидох при моя учител в Мюнхен, Михаил Шторц. И вот когда у меня было по 70-80 спектаклей в год, об этом даже и мечтать невозможно. Когато имах по 70-80 спектакла на година, аз просто не можех да мечтая за това. Потому что Вагнер все равно требует какого-то, знаете, вот как люди перед тем, как написать икону, они идут куда-то в монастырь, где-то пост держат, что-то. Это вот что-то такое. Защото ако човек нали, тръгне да се занимава с Вагнер, то нагласата трябва да бъде като на човек, който се е приготвил да рисува икона, той трябва да отиде в манастир, да пости, да се приготви. Някаква такава нагласа трябва да се. Вот и очень много у меня заняло времени, пока я вот это научилась пропевать. И много време ми отне, докато се науча тези фонеми да ги изпявам. Но это тоже мелочи. Но това също е дреболия. Самое главное, что вот сейчас уже научившись, вот как бы это только начало, я говорю, что это еще не конец моей работы. Да, всъщност, това е само начало, но това не е края на моята работа, не е главное. Но я сейчас в таком восторге от того, что я пою эту музыку. И сега аз съм в такъв восторг, че пея тази музика. Я в таком восторге, что я могу проживать эту роль. Изживявам такъв възторг, че мога да я изживявам тази роля. Этот характер. Този характер. Это три разных женщины. Това са три различни жени. Это абсолютно разная, совсем дикая дикарка, которая сначала еще ничего не понимает, потом слыша рассказ Гурниманца и в нашей постановке Пламена Карталова мы видим, что все это на сцене, и она перед ее глазами, она все это видит. Это очень все правильно, это все. Това просто в фразка се вижда и в постановката на Пламен Карталов, как на сцената и в фразка се на Гурниманц, тя се променя, започва всичко да вижда и всичко това много правилно е показано. И вот этот первый акт, он прямо вот ее трансформирует в ту женщину, которая потом когда-то будет в третьем акте. И по време на първо действие се вижда тази нейна трансформация в жената, която ще бъде по време на трето действие. Ну, во втором акте там вообще просто невъзможная палитра от фальшивой матери, от того, что она как должна его соблазнить, она должна, как вот Самсону отрезать волосы, так она должна с ним быть, вот этот час любовный. Она должна его унизить. А второе действие, это просто една невъзможна палитра от цветове и гами, как тя от една неистинска майка, не написа, като една майка да го съблъсни, минава и като ситуацията с Самсон, на който трябва да му се отрежат косите, а тя всъщност нали, трябва да бъде с него, да го съблъсни, да го унижи. Всичкото това е нали, показано като риск. Вот, и она должна потом осознать, что даже ее бессмертие – это мелочь
по сравнению с тем, какое добро несет Парсифаль людям. И после героинята трябва да осъзнае как нейното безсмъртие е дори дреболия в сравнение с това какво добро Парсифал трябва да донесе на хората. Что насколько все важнее, насколько важнее великая чаша и вот это копье, насколько важнее, чтобы оно было в честных руках, чем какой-то жизненный путь какой-то несчастной Гундры. То есть, да се покаже колко е по-важно тази чаша да се държи от честни, от чистия ръце, всичко това, колко е по-важно и велико от житейския път на нещастната. И вот я очень рада, что вот это вот все, что есть в этой опере, все, что написано композитором. И аз много се радвам, че всичко това, което има в тази опера, което е написано от композитора. Все это здесь, в этой постановке, и очень вот так вот выпукло показано. Всичко това в тази постановка е показано много релефно. Вот поэтому я здесь. И затова аз съм тук. Как я уже говорила, что каждый певец должен проходить, вот, спеть во всех театрах. Вот я во всех театрах пела, работала, все. И мне стало тоже стыдно, что ну как это так, вот театр таких великих певцов, где были такие голоса, и мои, вот, можно сказать, друзья. И това, което аз също съм казала, че е важно за един артист да пее във всички оперни театри, ето както аз съм пяла, но не стана, нали, хвана ме срам, че ето тук в този театър, в който са пяли такива гласове и мои приятели, мога да кажа. Ето не то, що приятели, а как таки, как родители, но що... А даже не приятели, а нещо като родители. Гена Димитрова, Николай Гюгров, с которых я знаю, с которыми, когда я была маленькая, начинала петь. Гена Димитрова, Николай Гюгров, които аз познавам и с които все пак бях малка, когато започвах да пея с тях. Вот, и как вот каждый театр – это вот как намоленный храм. И всеки оперен театр е като един храм, твоя молитвената атмосфера. И вот я сюда тоже приехала, чтобы вот почтить память тоже своих. И тук аз пристигнах, за да почета паметта на своите приятели и колеги.